Всем привет, с вами Дэн Аргон. И данной игрой я открываю новый плейлист на своем канале, который будет звучать как «Немое прохождение». Есть игры, так как это данная игра под названием Ortho Robot, которая по сути является головоломкой и в которой много, так сказать, поболтаешь. Поэтому в начале игры я буду рассказать правила, в чем суть игры. Но в дальнейшем же попрошу вас не включать аннотации или же наоборот включить их, если они у вас выключены. Но уже в дальнейшем буду просто проходить игру, выкладывать прохождение игры и с различными аннотациями, своими комментариями или комментариями моей напарницы по каналу. Итак, что же это игра? Игра называется Ortho Robot, как я уже говорил. Это головоломка пространственная. И с помощью мыши мы изменяем угол обзора какого-то уровня, который нам предложит игра. По сути, это такой, сказать, наверное, разминочный вариант игры Portal. Кто играл в Portal 2D, флеш-игра, тот меня примерно понимает. Она играет, на которую хочу попытать, очень интересная. Придется немало поломать голову. Поэтому все, кто любит подобные игры, думаю, стоит поиграть. Помимо того, чтобы нам добраться до зеленой линии, вот это вы увидите в самом видео, нам также необходимо, это, конечно, не обязательно, но все же было бы приятно собрать по уровню монетки золотые. Добраться до зеленой линии нет проблем. Вот собрать все монетки, тут уже посложнее будет. Также, помимо, так сказать, белых квадратов, кубиков, вы увидите красные, которые имеют свои особенности. Ну, обо всем с ним, по сути, игры. Удачного просмотра. Подписывайтесь на мои видео. Ставьте лайки. Всем до скорого. Покеда.